волонтерская акция, мы хотим, короче, вам вот такое вот внимание вам, рахмет, спасибо за то, что вы это делаете, город чище. В рамках празднования 1 марта Дня благодарности волонтеры Экибастуза поддержали общереспубликанскую акцию «Маналгас». Со сладостями и горячим чаем волонтеры Экибастуза вышли на улицу оказать знак внимания труженикам, поддерживающим санитарный порядок на улицах города. Сегодня 1 марта, День благодарности. Мы фонд «Мама», ПГО «Экибастуз», волонтеры ЦРМИ. Школа 22 и школа 33. Мы вот сегодня хотим дать горячий чай, накормить дорожников, сказать им спасибо, то, что они вот делают наш город чище. В акции приняли участие добровольцы фонда «Мама», поисково-гуманитарного отряда «Экибастуз», волонтеры Центра развития молодежных инициатив и юные добровольцы с 22-й гимназии и 33-й школы. Мы старшеклассники школы номер 22-й гимназии, школы имени Султана Махмуда Тараиграва. Мы создали свой отряд по волонтерству. Мы на второй же день открыли акцию раздачи чая коммунальным службам. Тем людям, которые каждый день встают утром и очищают дорогу. Вам огромная благодарность, что не забываете нас. В такую холодную погоду не дали нам замерзнуть, угостили горячим чаем. Вам я тоже желаю здоровья, мирного неба. Не забывайте нас и впредь. Спасибо вам. Сама выражаю благодарность Всевышнему. Есть работа, получаем зарплату. Дети живы, здоровы. Желаю, чтобы всегда так было. В целом, если рассказывать об истории праздника, День благодарности был учрежден первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в январе 2016 года на юбилейной сессии Ассамблеи народа Казахстана. Праздник задуман как День благодарности всех этносов друг другу и казахам, которые приняли их в своей стране как родных. Это день патриотизма, культурного разнообразия и дружбы между всеми казахстанцами, независимо от национальности. В этот день и не только. Любое проявление теплоты и заботы к ближнему, как это сделали волонтеры Экибастуза, очень важно и отрадно.